Дмитрий Иванович, вот не было волнения в конце матча, что ваша команда провела меньше матчей в предсезонке, что вот просто физически не может не хватить команды? Ну, я же говорю, что первая игра, всегда есть где-то какие-то недоработки, даже включая то, что мы сыграли 5 матчей, 3 на турнире, 2 товарищеских матча, все равно первые матчи есть огрешности, но сама игра получилась, вы видите, зрелищная какая. Ну, а волнение, ну, волнение всегда присутствует. Конечно, я волновался, но слава богу, что мы исправили, концовку исправили. Победа в первом туре над чемпионом страны добавит уверенности в дальнейшем команде? Конечно, добавит. Всегда как бы над командой хорошего уровня, когда победа, всегда, конечно, это придает силу.